Я вас приветствую, дорогие друзья. Вас Василий Симас приветен. Тема сегодняшней пресс-конференции – это «Как Дадон собирается установить контроль над Конституционным судом и избавиться ему от неугодных судей, и как по заказу Дадона фальсифицируются и фабрикуются соцопросы». Изначально тема сегодняшней пресс-конференции была только Конституционный суд, но тут я увидел, что сегодня в очередной раз по заказу Дадона появился опрос, которым рисуют то, что просят Дадон. Некоторые вопросы вообще как бы не публикуются. И вот это вся, весь этот идиотизм, который существовал во время Плохотнюка, потому что раньше они соревновались, как бы рисовали там оба эти опросы. Потому что заказывать опросы это очень дорого, я уже об этом много раз говорил. Сам их иногда заказывал и знаю, сколько стоит этот опрос. На эту тему также мы с вами поговорим. Я вам предоставлю доказательства, как Дадон влияет на общественное мнение и по его заказу происходит просто беспредел, который переходит впоследствии в информационный, и вы читаете заголовки все о том, что Игорь Дадон самый крутой на свете. С 2014 года во всех опросах партия социалистов набирает большинство, после выборов закрывают рот. Но об этом поговорим чуть позже. Начну с самой важной темы сегодняшнего дня, которая должна быть самое важное сегодня в повестке дня у всех граждан страны, вне зависимости от политической принадлежности, вне зависимости от национальности, потому что Дадон пытается разрушить один из немногих бастионов, без которого в кармане он не может заниматься. Он не может полноценно захватить власть в стране и через него продвигать те интересы, которые ему нужны. Неважно, они экономические, политические или политические. Осыборбес кандуулим, диваричи, не привежьте онлайн фарти, мультилумиасент, шидиференц, репрезентанс масс-медиа, марифел ла масс-медиа реала. Нула, чей кари лау служит плохотнюк шакума служес педудон, сау чей кари лау служит педудон, то отывяц. Куртя конституционала есть ультиму бастион, амфаца тевелуклу луи додон, кари вря с инсталезы о диктатуре тотал Република Молдова. Дак им бузнар держа, арем бузнар, чесе меу, чесе жеу, тоталмент им бузнар, чене аул, министеру Дендерни, пати инфлюенса прокуратура, кондучеря прокуратуры генерали, кари саспирем к ишвадучим, кондучеря прокуратуры генерали, ишвадучим мандату ашакума фос промис четатенилор, шину вор адмити импликаря луи додон. Куртя конституционалы есть, дуар ун бастион. Куртя конституционала есть астас уна дин пуцинили сперанцы, а четатимлор дин Република Молдова, кен Република Молдова есть жустити, ши куртя конституционала нува адмите мовтурили, ши повтурили. Унор поличень, ши конкретно эч ворбем диспри прешиденте лицерий Егор Дадон. Ам ворбит антериор диспри фактул к маймулц кондукатор айчени аулы, ау фост импликац илегал ин организаря унор филажа шу унор провокер ин адреса маймулс жудикатор дела куртя конституционал. Ачес лукру а фост стопат, тиуари чен салежав фуарти бини к осы принды чинева дим урма лаврин жудикатор дела курти, шос фи пенис кум ва фи mai degrabă sau mai târziu penit Igor Dodon pentru toate fărădilegile care s-a permis și se permite astăzi. Puțin au schimbat tactica, dar scopul a rămas același.
Am vorbit în cadrul unei emisiuni televizate acum câteva zile despre faptul că este strâns la perete un judecător de la curte pe un dosar. După asta am văzut și reacția Procuraturii Generale, că n-au un dosar. Eu voi spune că eu spus adevărat. Numai că eu n-am spus că este la Procuratura Generală acest dosar. Acest dosar este în calculator la băieții, în ghilimele, că sunt băieții, ori sunt fetiță, numai Dumnezeu știe, din cadrul Maiului, și anume din SPIA, Serviciul Protecției Interne și Anticorupției, care nu trebuie să aibă nici o treabă, nici să caute compromatori, nici le fabrice și nici să ocupe de unii lideri politici, ceea ce fac ei inclusiv astăzi. În acest serviciu protecție internă și anticorupție, este așa un cetățean despre care am mai vorbit anterior, care s-a ocupat ultimele săptămâni și de fabricarea unor materiale, și ține de mini-personal, și ține de doamna Maia Sandu, și ține să-i fac ceva vreo Năstasă, care ține de activitatea lui când era ministru de interne. Acest mânzărari, vă aduc aminte încă o dată, era adjunct la Direcția Operațiunii Speciale a Maiului. El s-a ocupat personal și cu mai multe, pe lângă faptul că a fost implicat în contrabandă mită, despre asta vorbim altă dată, dar el personal s-a ocupat de persecutarea și mai multor policieni și reprezentanților societății civile. Acest mânzărari, deci ca să știți, la mijlocul lunii aprilie, la solicitarea conducerii MAI, a fost petrecut la pensie Vitalie Sărghiliu, șef direcției asigurare specială, care se ocupa anume cu filajul. Această funcție a fost eliberată pentru acest Vadim Mânzărari. Deci, stimați polițiști și neestimați Mânzărari și restul slujilor care astăzi se ocupă cu acțiuni absolut ilegale. Când mă filați pe mine, când băgați mie în contact mirese, prin Instagram, prin Facebook, și vă gândiți cum să mă prindeți cu unul cu chelea, ocupați-mă mai departe dacă ați vrea starea să ieși într-un live. Pentru voi, poate voi lua la nunt în vornișei. Dar însuși că voi, în paralel, v-ați băgat și peste judecătorii de la Curtea Constituțională, voi nu credeți că eu, dacă am aflat situația reală la CNA, apă la voi acolo e замкнутый, что у вас там замкнутое пространство, я не знаю про тот беспредел, который вы творите. Вы ответите по закону, товарищ Мазарар, вместе с теми сотрудниками ЧИНЯ, и поверьте, что наступит день, режим ДАДО нападет. В прошлом году в это время вы даже не мечтали, что что-то летом произойдет и Плохотнюк уедет из страны. Сегодня многие руководители отказываются занимать ту или иную должность в МВД, понимая, что скоро будут протесты, что за Дадона никто не будет биться, и Дадон уже уедет, он в Ростов мангальщиком или к Януковичу, или мы его сделаем первым молдавским космонавтом и отправим в космос с топливом в один конец. Тем более для Дадона не нужна дорогая ракета, ему можно будет сделать космическую ракету из мотоцикла Ява, то есть для него я даже думаю, что это будет много, слишком просторно. Поэтому вы все ответите по закону, и наступит день, которые некоторые из тех, которые участвовали в этом беспределе, пойдут давать показания. И что вы тогда скажете, а? Товарищ Флочев, Ченя, руководитель тоже мне великий, Гуменюк, замдиректора СИБа, и вот такой же Манзарари, его начальник Ион Мамалига, который просто типа и делосис, и который типа потом скажет не при дела. Все вы сядете за эти дела. Уголовное дело, про которое я говорил, касаемо одного из судей Конституционного суда. Это дело они прячут в МВД. Значит, дело было возбуждено очень много лет назад по заявлению одной студентки одного из университетов. Это дело закрыли, сейчас этим делом трясут. Вот, если ты там нас не послушаешь, вот это мы сейчас возобновим. Я вам возобновлю так, что вы у меня будете всю жизнь ходить возобновленными. И еще раз говорю вам, товарищи оборотни в погонах, не спасут вас никакие потом политические крыши, коммерческие или на которые вы рассчитываетесь. Мазарарь, у меня, я собираю на тебя материалы про твои взятки, про вовлечение твоих подчиненных в торговлю наркотиками и так далее. Я скоро выйду так, что ты у меня сядешь
причем сядешь по закону, не из-за того, что я так хочу. И все эти материалы будут переданы Генеральную прокуратуру. И кое-что, что вы спрятали когда-то в прокуратуре антикоррупции генеральной, это, я уверен, что новое руководство прокуратуры среагирует по-другому, это мы все поднимем. План Улы Додон. Додон хочет избавиться от 4 судей Конституционного суда. Он в истерике и вчера, и сегодня, повторяю, сегодня, он говорил, «Дакс принешт кумвади май пресад, канош трисну мадой, пэста кари ку досар пеналку виолу сыклатина, да кретк динкауза унор руди кари лукряз лануш кари амбасада сявас фи». Додон, ты себе слишком много позволяешь. Что значит 2 твоих, 4 не твоих? Да и тех 2 не должно быть твоими. Ты хоронишь даже тех 2, которых ты называешь своими, Игорь Додон. Ты уже так похоронил Цуркана в должности председателя. И поэтому Додон понимает, что допустил ошибку, план у него следующий. Как я говорил в понедельник в программе Натальи Мораль, в программе «Политика». Значит, что Цуркан зарегистрировал свое заявление в понедельник утром. Об этом мы говорили в понедельник вечером. Эти уже поняли, что информация известна. И во вторник утром это появилось во всех СМИ. Цуркан написал это заявление, понимая, что Конституционный суд отклонит его. Потому что товарищ Додон договорился в курте Диапел Кишинел. А мы, молстимас, жудикаторит на курте Диапел Кишинел. Я помню, как вы мне давали аресты, и мне, и моим коллегам, и другим общественным и политическим деятелям. Я прекрасно помню, как вы нас снимали в 2014 году с выборов парламентских, где вы сидели с грустными лицами, один там бурсук сидел, вот так сидел, спал, пока в это время наши адвокаты там просто объясняли, что это сфабриковано, это незаконно. И вот эти газеты с степлером по 100 лей, которые помнит вся страна, вы, значит, этими газетами, хотела сказать, что вы будете делать, но промолчу. Значит, поэтому не вздумайте идти на поводу Додона. Что значит Конституционный суд отклонит, а подперма куртя диапел вода куштига колу куртя супрема. И Цуркана вот так Додон хочет вернуть председателем Конституционного суда. В парламенте до конца мая они хотят убрать через парламент, подчеркиваю, значит, судью Конституционного суда Домника Маноль. Значит, придумав байку про то, что якобы были какие-то допущены технические нарушения в правительстве Майя Санду, когда выдвигались судьями, значит, господин Рожка и госпожа Шова, значит, они эти хотят убрать. Мало того, Додон с барского плеча решил отдать одного будущего судью демократам. У нас вообще была демократ, ну типа партнер. Эй, алло, Игорь Николаевич. Я бы позвонил сейчас, но боюсь, что оглохнешь. Значит, со всей ответственностью заявляю, как гражданин нашей страны, как человек, которому не безразлично, что происходило, что происходит и что будет происходить в Молдове, что Додон, любое твое вмешательство, любая попытка реализации этого грязного плана повлечет за собой не только протесты, а повлечет за собой полную твою изоляцию из политической арены. А уже улетишь ты в космос или улетишь к Януковичу Мангальщикам, это решат уже граждане страны. Астас, тот же Татьяни День Республика Молдова, но и требует санеуним, ну контяз, молдовень, руш, гагауш, булгарь, украинень, но и требует астас фим тос униц, шной пермитим луйдодон с Айбовым статен трек амбузнар, а Жакума Факута Петимпор Владимир Плохотнюк. Да, Додон, ёштил кто тей букрат. Вы понимаете, Додон так обрадовался в моей программе у Наташи Марарь, когда я сказал, что во время пандемии коронавируса, значит, вы помните, да, говорил про 2 компании, которым по рекомендации СИБА сначала не выдавались лицензии на импорт сигарет приднестровским компаниям. И 2 компаниям они дали в феврале этого года. И я сказал у Мораль в программе, что в конце февраля и в марте эти компании уже импортировали 55 миллионов сигарет.
И Дадон, а на самом кусатый нужде это. Нет, Дадон, это я ошибся. Я извиняюсь за то, что я дезинформировал граждан страны и как бы даже чуть-чуть наврал Наташе Мораль. Нет, не 55 миллионов. 190 миллионов сигарет вы импортировали, Дадон, под твоим конченным руководством. Потому что это твоя стратегия. Я знаю, как контрабас прекратился при Майе Санду. И тот же руководитель СИБА, который написал вот такую депешу, которую опубликовал, что нельзя давать, потому что это наносит ущерб экономике Молдовы, Евросоюза, Украины и других стран. И после этого это же агенция Сервиси Публичи выдала. Может, еще кому-то выдадите в ближайшее время, а, Игорь Николаевич? Поэтому я извиняюсь, да, не 55 миллионов сигарет, 190. Опубликую, я думаю, что сегодня материалы к вечеру о том, материалы, подтверждающие эту информацию. Там есть определенные документы. Поэтому не надо думать, что мы негодяи, такие же, как и ты. И мы бараны. Мы не бараны, Игорь Николаевич. А то, что ты нас превращаешь в баранов, в том числе через опросы. Значит, посмотрела сегодня опрос Айдата. Значит, понятно, есть депутат парламента Балакан Виктор Виорел. Депутат этот балаган, депутат Песереме. Его брат Михаил в Айдате. И нарисовали то, что нужно Игорю Дадону. Дадон, я докажу, что ты просто политический мошенник. По экономическому пусть высказывается прокуратура, МВД, Центр по борьбе с коррупцией. Да, при тебе не могут некоторые инстанции, но они выскажутся. Я хотел вытащить один опрос, Дадон, с твоего стола. Но маленько перепутал и вытащил другой. Сейчас пока это выгрузят, распечатают долго. Значит, ФИЦ-агент СТИМАС, репрезентант МАС-медиа. СТИМАС, это тень. Акумова президентом сондаж. Репетен куда-то. Лад, промушил. Дела Игорь Дадон Дипимаса. Кари Оляк пациент, Оляк доктор, Оляк агроном. Сейчас будет Оляк космонавт. Значит, этот мошенник Дадон, что сделал? Значит, заказал опрос через, ну, типа не он, да? Где эти? Значит, Public Media Group, типа пиар-компания. Розваспуна куда-то. Прецвела он сундаж, деста, ячирка, зечи медьеру. Шии типа, ну, фак, это демулти ордер консфакс, он даже и типа фак сингур, ну фак ла команда куйва. Каждый этот опрос стоит порядка 10 тысяч евро. Это опрос на 1100-1200 респондентов. Дадон делает некоторые опросы, за которые платит по 20-30 тысяч евро. Акума, стимас приедем, физ форти атент. Во презент сондажу, кари держал фос презентат, но маленько по-другому. Луна декабрь до минус, предыдущий. Да репетен куда? Прям скотал туда слескор в печели. Уже была, не была. Значит, декабрь до минус, предыдущий. А фос ну сондаж. Это барометр Сочи политик, Республика Молдова, декабрь до минус, предыдущий. Реализат ДИИМАС. Уми ноу зэжди респонденс, вот предыдущий, 1090 респондентов, да? Найдите этот опрос, опубликованный 17 декабря, уважаемые представители СМИ, это на своей странице сделаю чуть позже. И вы сравните с этим, который по окончанию пресс-конференции вы получите. Дичиначе сундаж, сунд, осуты шапти за штрей депаджень. Акулус публикати врет ризэш. Юштю куни сочу, лоджа куш ворспуни. К командитару дичиди, кадери интрибер подфи эксклус. Шкари подфи публикати. Куноск шьет дис пререгуласта. Дар. Консфачиум сондаж. Полез додон ли фай сондаж, ли каш плохотню. Пибани тот фураз главами. Сау коричневая или удусан торбы. Еле трес фии факути публичи. Фикари партит политик. Трес термини к спекулации, шку пенщинева, нужд кумш, нужд все. Сейчас же здесь ситуация реал. Сейчас мы интересанты на чест сондаж. Вачтест. Аста мэму пентру репрезентант с масс-медиа, дар пентру четатени, кари
Акушу я слепун ламини пипазины, перу уну пункт медиаши, лас дякол. Ажан, барометру сучу политик до минус призыч. Пазин эксклюси, фикс атенц. Пазин адзэщи, умас призыч до ущинич, три за шас, пад за ждой, пад за щинич, пад за шо, пад за шно, щин за шону, щин за ждой, щин за штри, щин за шпатру, щин за щинич, щин за шоп, шап за шпатру, шап за шапти, но уж дой, но уж три. По сути оп, по сути паш, по сути шар, шпи, короче, полно сути. А может и осталось публика, а сведет тот, кто это. Чама импортан? Пазин модификати. Пазина опс, предзащит, до за шесть, по сути до уж три, по сути до за шо. Игорь Николаевич, я знаю, что ты врун и мошенник-пропагандист. И только благодаря таким пропагандистам, как твой, тот, который пил кумыс, а сейчас он мешает кумыс с соляркой, с альбастрой, с коронавирусом. Кто тебе пьет кумыс и открывает вот такой грязный рот на всю страну, уже даже дети его знают. Делать ему рекламу дополнительную не буду. Значит, например, пазина ли модификать? Пазина вопс предзвести. Планой пазина вопс предзвести, мас приятен есть. Например, интребаре, щецени, где... Вот даты ку Димитрия Гуверну и Санду. Он сочетать его опору тот филу депарирку приверила Димитрия Гуверну моя Санду. Купарири, че, куп, кукари ди нурматуарли аффирмации синтез ди аккорд. Покажите чуть крупнее камеру, там настройте зум, я покажу. Для тех, кто потом не будет это читать целиком. Значит, внимание. Значит, есть вопросы, которые вы найдете в Вимасе. И цифры, да? Значит, но реальная картина отличается, сюда залезли и нахимичили. Понимаете? Как нахимичили, вы сравните это с тем, что было опубликовано. Так, это у нас пазина. Так, пазина до зашаса. Пожалуйста, опять додончик исполняет, а? Че парерия везде спреактуал гувер. Пожалуйста, 73%. Ваколобрама и мулк Федерация Руса. Это додончик ты вычеркнул. А это Данил. Сева преокупама и мулк де интересили Луи Гордудон шали пещереме. 66% говорят, да, Дадон. Что это правительство, которое... Почему этого Димаси вы там нахимичил? А, Дадонашчик ты мой родной. Вайзула, Республика Молдова, ДЕУЕ, там 38, есть у Гувертех, но там 34. Это они оставили, у Гувертех 6000. Дадончик, а я публикую все опросы с твоего стола, и твоих беременных асоциологов и демографов, и твоих небеременных айда. Сейчас я, Дадончик, покажу, какой ты жулик и мошенник. Значит, наличие огромного количества денег... которые ты используешь для того, чтобы дурить всю страну, они тебе уже, Игорь Николаевич, не помогут. Так, короче, Симас репрезентант масс-медиа. Я опубликую весь этот опрос, 173 страницы. Я опубликую, значит, список «Кари пазина фост эксклюзив, кари фост модификати». Чтец, фащец, анализы, и после этого поговорим. В связи с этим, в связи... С вот этим бредом. Я просто проходил это на парламентских выборах. Я проходил в 2014 году. Мы проходили это на местных выборах в 2015, вот сейчас в 2019. Кандудон Шидела Гонсала был со сюрпризом. Ну, вообще Масур Альфикари Саптамуну. Дадон, задекларируй деньги и покажи, что ты тратишь на пропаганду, на всех тех, которые работают, потому что многие работают сегодня на Дадона, по заказу Дадона. Ты тратишь более 100 тысяч евро в месяц, Дадон. Покажи эти деньги сегодня, откуда они, и будь добр внизу, что было написано. А часто факатура есть и ла команда Луигор Дадон. И тем самым мы приучим всех в стране либо показывать реальные опросы, и почему они заказывают, без этих всяких. Газета «Тимпл» заказала, газета «Вчерашнее время Дадона» и Мурзилка вместе с Болей, понимаете? То есть, как бы, вы что? Не, ребят, не пройдет. Потому что я увидел сегодня, даже многие уважаемые СМИ пишут, вот есть опрос, вот это про коронавирус, вот это про то и так далее. Послушайте, я вам устрою такую инспекцию, поэтому вы либо будете показывать настоящие цифры, то, что вы рисуете Дадону и показываете ему ночью, но вы же ему не рисуете, вы показываете ему реальную картину,
Шику сондажу Игорь Николаевич взял де саптамина трекута, который лай тримас не талила мозгу, а? Рассказать тебе цифры? Кстати, а я сейчас видец, де маймул теория морбитка до донаре 31 процентиш, даже в декабре, до коронавируса, до того, как он стал поляк и доктор, уляк и пациент и так далее, значит, этот наш дадончик, сейчас, секунду, так, это 120, значит, так. Значит, короче, почитайте, это все, всю информацию дам. Кто до на ветре зашел на депроченте, моя санду овед, а тунч до зачинить, да, о май пердут, что до нас держа есть и суп три зашенности, мы спретим. Но суть не в этом. На прошлой неделе Дадон там, типа для русских по секрету, типа он ни при чем, де сондажу. Дадон 31, Майя Санду 20, дальше шло Ренат Усатый 15 с чем-то, Андрей Настасы 7, Дадон Чифаси, меняет местами меня с Андреем Настасы, и продолжает, говорит, да, надо русский, надо Усатого добивать, вот у него было 3-4, а сейчас у него 7, эй, Дадончик. Я живу тобой, и если я знаю про все твои грязные операции, неважно, это контрабанда сигарет, это давление на судей Конституционного суда, неужели ты думаешь, что для меня будут сложности читать эти опросы? Просто да, Дадон, я как бы не могу платить такие огромные деньги за опросы, которые даже сейчас во время коронавируса тебе делают по телефону еженедельно. Значит, но... Мне точно хватит, я живу по принципу, не имею 100 рублей, а имею 100 друзей, мне точно хватит друзей для того, чтобы с твоего стола они сразу попадали на мой. Я эту всю информацию буду делать публичной. И он целек додонся, Врута Асарыч, и все поддерживают там кредит, тот или иной. А, Дадон, а тут даже по тому же кредиту информация совсем другая. Естественно, Дадон, ты это не показываешь. Потому что ты жулик, проходимец, контрабандист, оляк и пациент, оляк и доктор, и пока еще де юра президент Молдовы. Поэтому, согласно второй статье Конституции, власть у нас принадлежит народу. И поэтому я сделаю так, чтобы все граждане страны знали настоящую правду, а не ту, которую пропагандирует Дадон. Вы посмотрите заголовки после моей программы «Мораль». Выходит опять этот Кумыс Иваныч с альбастрой на голове. Значит, вот Усатый против российского кредита и готов поддержать граждан. Я поддержу любые кредиты, которые во благо граждан Республики Молдова. А то, что вы бараны, по-другому вас не назовешь. Вы не можете оформить грамотно даже сегодня ни контрабанду сигарет. Как вам вообще могли доверить правильно оформить документы касаемо кредита на 200 миллионов евро? Вы умеете только оформлять то, что вам приносят торби, и как-то это куда-то разместить. Вот это все то, что вы умеете. Поэтому, стимас претень, как конклюзия. Значит, мы должны стоять на страже нашего государства. Да, сегодня сложная ситуация в стране. Большинство СМИ, особенно после того, как Дадон сейчас залезает на публику, правильно, там на остальные, значит, там вообще легко Дадону. Вместо фамилии Плохотнюк будет Браво Дадон. Вместо Наскутен Грузеш будет Наскутен Садова. Вместо фонда Дельвейс надо поменять на фонд Примадонна. То есть там вот даже менять особенно надо. Этот Алексей Лунгу или Алексей Скорту, как его там, значит, делал такие вот движения, которые обычно я показывал, какие делает Дадон для достижения результатов. Но это дело в Москве, сейчас показывать не буду, дети. Но они обычно ниже столешницы. Столешница, чтобы вы знали, 90 сантиметров стандартный размер. И кухонная столешница, и стола. Значит, и сейчас уже там Домнуле Дадон, Балц, Шашасан, проблеме Молти, Дар Примар. Шедец мой. Я говорил, что я свою позицию не поменяю, я буду бороться и с вами, пропагандистами. И сегодня все то, что было построено Украина на деньги страны, это будет национализировано. То, что не в состоянии было сделать правительство Майя Санду вместе с Дадоном,
национализировать, не были в состоянии запретить ОПГ под названием Демпартия и так далее. А сегодня, Дадон, ты там раздаешь доллары, реанимировал почти всех плохишовцев. И сегодня что, мы будем сидеть наблюдать? Нет, Дадон, как я говорил, программа «Рарь», ты вчера нам всем сказал. Айфос Пифуришла Белс, заехал на селекцию, пошел, встретился с владыкой Маркелом, побил рекорд митрополита Владимира по поездкам в Бельскую епархию. Молодец, Дадон, тут ты чемпион. И сказал, сымбата Думиника Витуари, тот с крештини, ты с вами порт смерть голослужбе лабесерись. То есть ты, Дадон, уже даже тут знаешь заранее, что не будет ограничений, да, Дадон? После 15 мая ты уже говоришь, что люди смогут в церкви ходить, а? Окей. Ты сказал, можно ходить в церковь, поэтому в следующие выходные я со всеми гражданами тоже пойду на службу. Служба будет перед президентурой, перед парламентом, перед правительством. Раз ты на всех говоришь, можно на службу лабезерить. Гасымный, он привод Карева Федя Корт с нефакуо службы, инчентушки шинеолы. А твои эти задумки больше 50 не собирайся, Игорь Николаевич. Это оставь для себя. Мы тебя не боимся. Ты просто жулик, вор и мошенник. Значит, и рано или поздно структуры, которые выйдут из-под тебя, неважно, это чиня МВД или другие, значит, они будут делать свою работу, и ты ответишь за все по закону перед всеми гражданами страны. А мы имеем право высказать тебе все, что мы думаем, и мы имеем право сегодня на то, чтобы изменить все в стране таким образом, чтобы Молдова не исчезла как государство, чтобы мы не потеряли страну. И мы это тебе и твоим этим проходимцам, подельникам, ОПГ, Демпартии и так далее не дадим. Водорез Клатоцу Зибона, Акош Тремит Туати Материали Латос Репрезентации Масс-Медиа, Эропи Колледжи Публичи Перуону Пункт Медиа, Амбели Материали, Ше Эмпреуону Сапарам Курте. Мы не заведем сейчас Сиба, Дадак Дадон Шеди, Мортом попшоешь с теми, елдя маспунек, и нет, наших только 2-4, может там додавить делом по изнасилованию. Дадон, вы у меня все хотите изнасилованные будете. Траск попору, всем хорошего дня, пока.